Эквадоре очень любят спорт, активно им занимаются и всячески продвигают. Они могут играть утром в футбол, в обед в футбол, могут вечером, поздно ночью сыграть матч в футбол, а вообще в самую ночь, там, в дождь, в какую-нибудь отстойную такую погоду, пойти еще поиграть в волейбол под навесом. Да, у нас тут сделали соседи огромный какой-то совершенный навес, и, в принципе, туда даже практически могут прийти все желающие играть в волейбол в любую погоду, потому что ни дождь, ни солнце, ни помеха. В общем, круглые сутки практически все занимаются спортом. В Эквадоре, как вы знаете, мы живем в маленьком городе. Это даже не сколько город, сколько у нас это называется коммуна, индейская коммуна. Как в любом маленьком городе, тут все друг друга знают, и проблемы местных жителей, граждан. Они у всех на виду. Да, они у всех на виду. Сегодня вечером мы идем на одно мероприятие, которое будет посвящено одному из жителей как раз нашей коммуны. У него случилось небольшое несчастье, и нужно ему помочь. Ему нужна финансовая помощь. Но чтобы не просто собирать деньги, а как-то приурочить это к какому-то мероприятию, решили сделать лотерею. Лотерея будет интересная. Мы уже купили билетики. Будут интересные призы. Да, будут интересные призы, поэтому пойдем вечером посмотрим. У нас лотерея. Разыгрывается свинья и корова. Все покупали билетики. Разыгрывают в помощь одному мужчине. Ему очень нужны деньги на, по-моему, операцию. А вот призы, которые разыгрывают. Овечка, две свиньи и корова. Все покупали лотерейные билетики, а теперь разыгрывают их. Ну что, мы ничего не выиграли, играли в лотерею, призы вы видели, какие были, это была корова, две хрюшки, да, и барашек, по-моему, да, барашек. Слава богу, что мы их не выиграли, потому что, если честно, и не было такой цели. Что бы мы с ними делали? Да, что бы мы с ними делали? Ну, как бы мы мясо-то, конечно, едим, но я представляю, вот свинью. Ну вот, одно дело, ты пришел в магазине, мясо купил, а другое дело, тебе свинью выдали. Ты с ней познакомился? Ты с ней уже познакомился, вы уже как бы лично знакомы, дружите. Поэтому было бы... У меня бы рука не поднялась сдать ее куда-то на мясо. Вот. Ну и содержать, а куда нам содержать свинью или корову? Собственно, вот. Ну, человеку помогли, лотерею провели, время провели тоже отлично. Поэтому и рады, что ничего не выиграли. Так что все закончилось в итоге хорошо. Ты совсем охренел? Что ты делаешь? Конь-дебилка, ты зачем цветы мои ешь? Алло? Сэр. Ты охренел? Что? Что? Иди к себе обратно. Сожрал подлюка. Я их тут рощу, прости господи. А он сожрал. Ну что, ребята, отдыхаете? У нас Роник наш, Сэмик, да, Сэмик? Ой, что-то завалился. У нас вот нет забора с соседями. Тут вторая территория. Тут нет дома, только хозблок. И вот эти вот товарищи приходят и едят мои цветы. Шкодливые какие. Шкодливые какие. Вот вам травы мало, да? Вот здесь вот. Надо цветы мои поесть. А вот там вот хрюшки. Они вот так вот проходят. И вот туда вот, на нашу территорию. Заходят. Да? И едят мои цветы. Чего смотришь? Набедокурил, сожрал мои цветы и смотришь. Да? Не, ну не он, но тот дальний сожрал. Этот тоже жрал. Этот с утра жрал, вон второй сейчас жрал. Что за вредная козявка такая? Кто цветы съел мои? И поронял все. А, и вот не надо бить копытом. Я про тебя все знаю. Смотрите, все готовятся к выборам. Сколько флагов.
понавесили. Вот тот вот радужный, это не то, что вы подумали. Это символ индийских общин, если так можно сказать. Есть индийская партия, да, и вот у них флаг, мэра, который, да, все это обозначает. Агитация, режим агитации. Ну привет, Хрюха, за кого голосовать будем? Ты согласна? Согласна. Это кто смотрел Маринин сторис? Мы его называем Пёси Сигуридад. Она... Это что ж такое? Она все время с нами гуляет везде, во все магазины. Один раз она... Да. Один раз она с нами ушла далеко в центр. И нам пришлось обратно ее на такси везти, да. Ну пошли. Гулять, То есть она сейчас просто за нами пойдет и будет рада. Живет она вот здесь. Да что ты на меня все напрыгиваешь? Пойдем гулять? Пойдем гулять, пошли. Пойдем, ты Катакачи нас проводишь. Ты чему так рада? Чему-то очень рада. Очень. Скажи, а то заблудитесь тут без меня. Да. Пёси Секьюрити. Продолжаем гулять. Вон наше пёсье сопровождение остановилось и смотрит, чё мы отстали. Тут гуляем. Вон дерево. Прям сразу с авокадо. У кого-то такой симпатичный участочек. И сразу авокадики тут висят. Вон их сколько. Вот такие наши пейзажики. Да идем мы, идем. Что ты зеваешь, стоишь? Все, пошли, пошли. Радостная собака, пойдем. Это у нас такая окраина Катакачи, можно так сказать. Ну, к ней ешь помойку. А для любителей цветов, кстати, сейчас цветочные магазины. О, мой любимый цветочный магазин. Ну, как магазин такой, под открытым небом. Вот по большому счету, заходи, бери все, что хочешь. Вот так вот. Вот мне же ничего сейчас не мешает взять цветок и пойти. Ну, не в смысле, что я так буду делать. А если вы видите вот такие вот совершенно открытые торговые площадки, магазины, вот никого здесь нет, все открыто, значит, город безопасный. Так, мы пришли в кафе. Абула прячется. Уходи. Уходи. Бая фуэра. Она на сотру снимает проблемы. Так, псиночку выгнать не удалось. Она спряталась под столом. Ну вот так вот выглядит просто обычная, самая обычная кафешка. Но здесь дают очень вкусные бургеры, мне очень нравится. Она вообще без претензий, просто чисто зайти и поесть, да, $3. Пришли в магазин. Там только вот уже. Все собаки ждут на входе. Все собаки на входе ждут. Зачем ты зашла? И села рядом со мной, да? Нельзя собачкам заходить. Нет. Вот мы пока деньги в банкомате снимаем, собака легла и лежит. Сейчас дождь, посетителей немного. Собачка ждет. Везем обратно. Везем обратно, да. Не бросать же посреди города. Как хорошо, что в любую машину можно сесть всегда. Вообще не спрашивая, можно ли собаку с собой взять или нет. Потому что можно примерно всегда. Не надо для этого никаких дополнительных разрешений, согласований и ничего больше. После насыщенной рабочей недели надо отдохнуть. Купили креветки. Креветки стоят
Сколько? $4 за либру. Причем вот такие вот они большие, хорошие, свежие креветки. У нас соседи привозят каждую пятницу прямо с побережья. А лимончики из собственного огорода. Смотрите, какой у нас красивый садик. Я решила, что мне срочно надо заняться каким-то рукоделием. И решила собрать тут гербарий. Вот такая вот у нас красота. Вот еще другая часть нашего прекрасного садика. У нас здесь растут апельсины, мандарины. Вот там видно вулкан, но он сейчас немножечко в облаках.